Всем привет! Это Джей и Панка. Здрасте. Да, давно не виделись. Целую неделю, наверное. Ужас. Я, в общем, болел, работал, ленился. И играл в другую игру. Да, играл The Forest Mine. Надо рубануть. Нет. У тебя тут карточка. Да, вот сейчас сыграю арену в Google Dungeon и The Forest Mine. Ой, интересно мне, когда ты играешь. Да ладно, она же клёвая. Нет, что ты так думаешь? Играйте за War of Mine. Никогда еще. War of Mine, нет? Ну, The War of Mine. Блин, я пока ты не начала, я не задумался и говорил правильно. The War of Mine, короче. Ты неправильно говорил. Если бы ты говорил правильно. This War of Mine. Вот теперь ты говоришь правильно. Я просто говорю быстро, и поэтому так кажется, что неправильно. Да. Вот. Это прям игра безысходность настроения. Вообще опасно. Не стоило напрашиваться. Моя душа будет моей. Ну, короче, ничего не поменялось, я нифига не помню, что у меня в колоде. Все как обычно. Ну, да, хотя бы глянуть. Ну ладно. О, я помню, у меня есть бомбы, и их активировать надо огнем. Которых у меня, по-моему, два. В колоде. О, чишечка. Бах, на бомбе. Ты замучил со своими... Чё, у тебя там? Ничего. А Понка против какого-то мага играет. Потасовочку. Да. А, ты рукастая? В смысле рукастая? Рукастый приступ потасовки? А, так. Оп. Меня призвали. Ну так, чтоб постоял. Вообще, это синяк, это джин. Видишь, у него тоже кандалы. Его просто не освободить. Я мечтаю быть похожим на тебя. Ну да. Наверное. Кажешь. Сейчас я как кину силу грибов. Грибов! Обнимашки! Обнимашки! Я хочу обнимашки! Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Это не совсем обнимашки, хочу я тебе сказать. Благодарю. Божественные щиты. 9-9. Как я люблю. Ну потому что эта карта сейчас у всех есть, грубо говоря. На арене это первое, что я беру. Даже у меня она есть. Вот так вот, Мак, получи и распишись. Я прогнила изнутри. Не спасет тебя твоя яблонька. А, он сдался. Он услышал. А мой пока не хочет сдаваться. На что ты еще надеешься? Я говорю, я что-то в этой потасовке прямо рву и мечу. Кстати, вы этого не видели, но я почти что в сухую разнесла вот этого вот
Да. А фотосалочка. Колоды, которую собрал тебе. Ничего не знаю, я ее корректировала. Одну карту добавила. Не важно. Не важно. Я выиграла. Играла-то я, не ты же сам играл, я играла. Кто молодец? Чё там уметь играть? Кинул кричу, накинул на нее рук. Кинул кричу, накинул рук. И чё, я же выиграла в итоге. Ты себе эту колоду составлял, продумал, а мне так рандомно сказал. Ну, давай. Я вот просто это хотел. Ну, я вот делал это то, что хотел. Я делал себе нефритового друида, потому что хотел им порубать. Тиранда, шелест ветра. Кстати, вот очень хорошие были колоды с этими, с нефритовыми големами. Ну да. Прям были очень хорошие. Твоя колода такая себе по сравнению с... Ну, я ее просто так не очень собрал. Да, ты что-то это не подумал. Блин, какой прикольный жрец. Вот это. А, тиранды? Да. Я заленился ее получать. Я там как-то получать по-хитрому надо было. Ну, короче, за бакши или что-то купить надо было, где-то зарегаться как-то там вот. Что-то внести там. Ну, короче, за 1 бакс она покупалась. Мне стало лень. Какие-то хитропопы эти самые. Мне прямо она нравится, нравится. Мне тоже нравится. Надо змея отпустить. Кстати, я первый раз такую вижу. Что, тиранду? Да. Серьезно. Да, ну вроде много у кого есть. Первый раз вижу. Вообще, кстати, пристов не так много, как ни странно. Возможно. Так. Я даже не смотрела, на самом деле, какие там другие карты были. Ну, от этого защитник помог. Я, кстати, да, я же поменяла еще. Я вместо тартольской этой защитницы. Или как ее там? Черепашенцы, короче. Я тебя понял, ну тоже верно. Чародейские стрелы. Защитник холма подает лишнюю карту. Да. А, закончил. Стою что. Как ползучий. Че ты делаешь? Он просто забафал и сдался. Все сдаются, никто не хочет со мной играть, ты посмотри. А у него этот жрец золотой. Значит, давно чувак играет. Мне кажется, я еще ни одну потасовку не доиграла. Ну, может, парочку. Мне прям нравится. Я просто сейчас денег заработаю. Куплю себе бустер. Тут, по-моему, в потасовке сотню всего максимум можно получить. А мне достаточно. Как раз на бустер. Ну да, тоже верно. Плюс у меня там было что-то, типа 25. Так. Чем ответит нам команда Пепси? Сила грибов! Да. Ах ты ж, пидор. Не ругайся. Ну не указь. И активатор казнь. Ну, я специально стал атаковать, потому что знал, что у меня наверняка казнь. Ну, это, в принципе, не страшно, я все равно все. Оп. Это надо. Thank you.
еще интересно вышло. Обычно хотя бы одна кандидатка интересная. Тут тебе фиг, да? Потрясающе! Да. Именно так. Ах ты ж, блин, а он дракон. Ну ладно. Та-дам! Неплохо сыграно. Личинка. Конь. Личинка конь, это плохо. Ну тогда... Девять, девять. Сегодня пятница? Да. Отлично. Ах ты ж, блин, желешку поставил. Я прогнилаю внутри. Я очищу ваши. Потрясающе. Неплохо сыграно. Чувак, ждет тебя дальше разочарование. Ах ты, хитрая жопа. Смотри-ка, что сделала. Мама. У каждого свои демоны. Задействую протокол номер 7. Друиды, конечно, блин, в этой потасовке брони себя отжирают. У них у всех вот это плюс 6 к броне взять карту. Ну да, естественно. Сейчас позвоним, либо возьму карту. Вообще, отлично просто пыльчит, меня ранит. Правда, у меня, блин, карта заканчивается. Это плохо. Доступ запрещен. Ну да, надо его валить. Мой клинок жаждет крови. Он сдался. Сдался? Да. Я не могу так больше. Кто-нибудь со мной доиграет, пожалуйста. Ну сколько, третий раз, да, сейчас подать сыграю?
Три раза подряд танцевать. Какой он нехороший. Какой он нехороший. Не дают понки двигаться. Сейчас последний раз играю. Я уже даже готова проиграть, но хочу доиграть игру. О, помолчите. Ну, все, Варс, давайся. Да. Помни, Кель, давай. Мог брони нарастить. Вместо этой бесполезную карту сыграл, так бы хотя бы с одним хп остался. А там глядишь. Ей! Чуваки, у нас снова победа. О, у меня даже квест делается на чернокнижника и касты. О, у меня полодос на мурлоков. Мурлок один? Да. О-хо-хо. Да. И тут у меня появился шанс проиграть. Да. Ну, сейчас посмотрим, какие у него мурлоки. Пока у него какие-то бесполезные абсолютно мурлоки. Сейчас у него там бафлка, наверное, на этих мурлоков просто есть и все. Какая? Какая? Мурлок 3-3, который убивается любым твоим костом. Возможно. Не подглядывай! Что ты подглядываешь? Я смотрю, как ты проигрываешь мурлок Дину. А может быть, я выиграю мурлок? Ты выиграешь-то, конечно. Но уже видно, то, что дурацкие мурлоки. Он пока только две карты сыграл. Все. Это бесполезные две карты абсолютно. Может быть, у него четыре супер-пупер полезные. Так, у него эхо, удар в колокол, который в смысле. Ну вот это хорошая карта. Да, я в этом. Он тоже будет забафовать. А баф-то у него помощнее. Ну здравствуйте. Мурлока добивай. Не оставляй ему кричи на столе. Ты чё, он же их начнёт забафывать. У нас тут сейчас игра в контроль. Кто кого переконтролит. Да, ты прав. Итак, продолжаем. Какое знакомое лицо. Да ну ё-моё. Это пиццу не хочешь? Пиццу? Давай. Что-то я просто завис. Которая ветчина грибы или которая сырные палочки? Ща, погодь.
Ой, блин, это оса мне мешает теперь. Любую. Подожди. Вот теперь иди. Ну туда, ну, по кусочечку. Да. Соус надо? Соус? Да нет. 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 Чё-то как плохо. Да, у меня чё-то... Я сейчас могу помереть. Трепещи перед мощью Штормграда! Вот ты... Неплохо. Достойно. Только, короче, подумала, как мне нужна ауешечка против вот этой гадости. И мне просто защитник холмов дает это поганище, которое всем два урона. Мне это ладно, я переживу, а вот... Ну, до свидания. Ну, это для нее убивку. Круто. Ну так он опять не спамил этой гадости. Ой, у меня существ меньше, у него эти сплошные существа и одна вот эта единственная бафлка, но с эхом. Ну да, очень крутая бафлка. В колокол-то бить. Вот, а у меня 4 победы и 2 поражения. Ну и короче, лень. Я сдалась. Ну там можно было бы, конечно, помудрить что-нибудь. Ну вот. И чувак там сейчас за... На том голосу, ну почему все сдаются? Именно так. Все, я наигралась. Хорошо. Я играю до проигрыша, наверное. Нет? Начнешь играть в эту The War of Mine, мне будет скучно. А может я не начну в них? А вот что ты начнешь играть? Не знаю, может я не буду играть вообще. А что ты будешь делать? Пиво пить. Армпоинты перешивать. Для чего я создан? Тебе еще дать? Чего? Пицца. Не, я их не даю. А, я думал, ты не будешь корочку. Зачем меня призвали? Нету его. Нету его. Я знаю. Да мне просто иди. Кто не приручили это? Чем этим? Жруном своим. Жруном? Угу. Ну да. Давно. Сыграть. Сыграй, конечно. Окей, играй. А вдруг ты меня обманываешь, и у тебя не жрун? Я не буду смотреть, чтобы сомневаться.
Если тебя поцелую. Тогда согласен. О, гулданчик. Я жду. Нет. О. Смотри. Как тоже пойдет. Не лучший ход. Видишь, видишь, видишь. Ой, идеально, кстати, стоит рука. Да. Если бы я еще ходила первой. Северные волки готовы к бою. Ух ты какой. Я прогнила изнутри. Я очищу ваших. Ну, сейчас что-то я ему тоже проиграю. Mm-hmm. Что-то как-то я агру эту не очень выдерживаю. Ну, я тут сейчас тоже сольюсь. У меня еще тут как-то не заморачивается. А знаешь, что я буду делать? Ах ты ж. Что? Курилка картонная. Чего? Слышли? Слышли? Сейчас же курилку ответим. Так, мне нужна еще одна моя уешка. Где она? Вот она. Ну что, Хант, без карт? Мне 5 ходов, чтобы тебя убить? Да, кстати, вообще от хила нет. Я не знаю. Ну, сейчас вот на 20 отхиляюсь. Все, дальше карта мне не прёт. У меня пришел этот дракон, две статуи, слово тьмы смерть, которое мне сейчас не нужно, и зерик. Ну все, до свидания, Настя. Ну прям, ну реально кидать нечего. Луна свет не пойдет. Так, я осталось 4 хода. Сколько это? Собака. Лапушки мои. Все сгниют в моем болоте. Помни, Кельтала. Сам ты курилка портальная. Он из моих кунгрей! Мой злится! Мой еще больше! Ну, Хант. Чё будешь творить? У тебя на руке лето? Чего? Летал? Да нет, ну, у меня на столе, да, летал. С запасиком? Конечно. Я не вижу пульс. 10, 11. Опа-па. Хотя 11 хп. Сейчас посмотрим. Ну, теперь у меня летало. 3 хода у тебя. Помни, Кельталас!
очищу ваших. Ну, Ханта. Сейчас бас еще одна кобыла. Да, ему она не поможет тоже. Вера, мой щит. То, что тебя это не спасет. Достойно. Ты был так близок, Хан. Да, но увы. О, у меня есть еще бич, сука. Хватит меня копить! У каждого свои демоны. Так еще. Твоя смерть — отражение жизни. Еееее! Пэу, пэу, пэу. Вот так вот это делается. Пятая победа. Умничка. Так, ну давайте еще одну и все. Помнится, в прошлый раз ты говорил. Я говорил, пока не проиграю. Ножки замерз. Ножки замерз. Надо штаны надеть. Надень штаны. Станцы. Против меня дык. Будешь еще пить? Не, я что-то обьется. Помнишь, я тебе жаловалась, что в прошлый раз они нам не положили соус? Ну. В этот раз они в каждую коробку по два положили. Ну, это круто. Реабилитируется. Угу. Ты там что буянишь? Чё? Мне надо встать так, чтобы у меня в камере не было. По сомнительному удовольствию смотреть на то, как Полька штаны надевает. Ну, я бы так не сказал. У тебя просто очень странный вкус. Мои вкусы весьма специфичны. Да-да-да, я тоже сразу об этом подумала. Мой недавний противник хочет стать моим другом. Нет, спасибо, друг. Спасибо, чувак. Блин, долбанный Хан, ты чё мне осу эту никак не убьёшь? Она мне теперь только мешает. Это вообще дурацкая карта. Нет. Да. 2-3 на первый ход — это очень хорошая вещь. Ну, адская карта. Но вот если ее не разбить, это плохо. Я не стабилен. Удивительно. Поразительно. Ее, он убил. Ну что, кину этого. Чё-то как-то всё плохо, у меня чё-то как-то мало хп. Я буду танцульки смотреть. Танцульки? Ну смотри танцульки. Ой, мама. А, ну сейчас силы грибу. Я первый сезон пересматривала. Спасибо. Благодарю. То есть он убил между ними чувака. Да-да-да. И теперь сила грибу! Так, демона у меня нет, на руке нет. Так что бомбы. Удивительно. Удивительно. Поразительно. Вот так вот, чуваки, будьте удивительны. А вон там Саруха, кстати, спит. Замерзли ноги? Да. Это плохо. Сейчас я буду с тебя стягивать шерстяные теплые носки. Нет. Чего? Потому что они на мне. Чего? Я важнее, чем ты. Ну, там еще есть. Вон Саруха их как раз греет.
А сорух не видно, я просто так в кадр влез. Он на нас спит. Удивительно. Блин, ну теперь моя любимая карта. Что поделать, пришлось всех зачистить. Спасибо, блин. Хочу подушечку. Она там. Я не могу тут камерой. Можешь? Нет. Да. Зачем меня призвали? Блестит добыча золотая. Оп-оп-оп. Жизнь Иисус. Вообще отхилился. Упырский упырь. Так, ну ладно, придется свой мощный щит поглотить. Мне это надо. Прикажи. У меня ж прокачанный демон, откинуть его просто 4-10. И такой, о-о, что будешь делать, Хаунд? Наша служба никогда не закончится. Наша служба никогда не закончится. Наша служба никогда не закончится. А у меня 4-10. Олух Тамара. И все такое прочее. Откуда у тебя со с ядом? Ой, я, кстати, знаешь, что думал? Нету. Сделать масхэп по своей профессии, собрать целую колоду насекомых. Саня в маскировке. А чё с ним маскировка-то спала? Я чё-то... Вот дебил, он сам себя маскировку снял. В лицо ударил? А? В лицо ударил? Нет. Он сделал кассу, чтобы дропнуть карту, а оно убирает все секреты, маскировку, что ли? Сейчас. Все существа теряют маскировку, уничтожают все секреты противника. Вы берете карту. То есть он со своей осы снял маскировку. Это оса бы вот 4-10 мое бы убило. Будь здоров. Ну, кто-то немножко сглупил. Что же случилось, существо противника? Да вот тебе. Уничтожай случайно существо противника. Все, Ханс, сдавайся. Тут... Ну, взял ты у меня три эти моих карты, и чё? Пепел к пеплу. Тебя ничего из этого не спасёт. Надо было этим сразу. Смотреть, кого он убьёт. Хорошая игра. Я
Вот так вот это делается. Ой, там что, кулатный танец? Да. Ты много пропускаешь. Ужас какой. Да ну ты дурак, что ж. Так, что ж, чуваки, на этом мы заканчиваем. Что люди обо мне будут думать? Не болейте, не кашляйте. Смотрите шоу танцы. Ставьте понки лайк. Подписывайтесь на канал. Вот и у меня сейчас лицо, как у Светлакова. Буп. До новых встреч. Пока-пока. До свидания.